Друзья, всем привет! Всем привет! Сегодня будет у нас обзор цен в декабре, начало месяца. И подписывайтесь на наш канал, будете всегда в курсе, что происходит на авторынке «Зеленый угол». Подписывайтесь, цены. Автоподбор 25. Так, ну вот давайте сразу начнем. Заходим на стоянку, встречает нас Honda. Что это у нас? Это у нас Honda Spike в таком... В каком он цвете? В темно-сером цвете, 12 год, 1,5 литра, аукцион 3,5 балла, стоимостью 630 тысяч рублей. Висит аукционный лист, по-моему, даже эту машинку мы проверяли, аукционный лист настоящий, пробег 112 тысяч, 3,5 балла. По левой стороне идет небольшой подкрас, и это гибридная версия автомобиля, то есть данный автомобиль, он на литье, на летней резине, повторители, боковые двери сдвижные, комплектация у него там не супер-пупер, да, но тем не менее климат-контроль у данного автомобиля есть. Даже, по-моему, нет, электродверки там нету. Итак, 2012 год, 1,5 литра за 630 тысяч рублей. Рядом стоит Honda Fit, гибридная версия, фары не линзы, зато установлены туманки. Автомобиль 4WD, датчик при столкновении, это аж на аукцион. 2014 год, цена, к сожалению, почему-то здесь сейчас не указана. Стоит еще один Spike, 2012 год, гибрид, полный мультируль, смарт-ключ, электродверь, плюс летняя резина на литых дисках. То есть автомобиль продается на зимней резине, да, кстати, неплохой плюс. Хозяин отдает еще летнюю резину. Цена автомобиля 655 тысяч рублей. Дальше идет Prius, да, Приусяка, прям цвет такой бомба. Накладочки, смотрите, какие обвесы у него идут, на каком литье он. Блин, ну летняя резина, понятно, то что резина летняя, но зато жирная летняя резина. Обвес моделиста, 16 год, автомобиль 4WD, представляете, 4WD, есть Приуса. Кстати, автомобили 4WD, именно Prius идет только уже в этом кузове. Стоимость автомобиля 1 200 000, он весь в хроме. И по бокам, во-первых, ручки идут хромированные, вот здесь идут накладки хромированные, это все Япония, по низу идут накладки хромированные, Япония, даже задние стопори идут с хромом, плюс идет накладочка Prius, камера заднего вида установлена, EFOR, сонары идут в бампере по бокам, то есть считаем, 6 сонаров только на заднем бампере, без пробега, 16 год, 4WD, такой ярко-красный цвет, 16 год, 4WD, 1 200 000. Рядом стоит Toyota Isis 2015 год, естественно, это уже идет рестайл, комплектация платана, 850 тысяч рублей, задние стопори идут белые, автомобиль на литье, тоже, ребят, на летней резине. Камера заднего вида установлена. Давайте посмотрим автомобиль 4WD по состоянию по низу, да, смотрите, вот сам кузов, да, он реально не ржавый. Вот этот белый налет, видите, от того, что автомобиль стоит. Подвесочка, все, вопросов нет. Ну, единственное, глушитель, фланец, но это болячка. Это полноценный минивэн, то есть это не микроавтобус, да, это минивэн с тремя рядами сидений. На климат-контроле, но автомобиль закрытый. Ладно, открывать его не будем. Рядом стоит Toyota Wish Restyle. Restyle 14 год, тоже 4WD, 880 тысяч рублей. Фары, линзы, туманочки с хромированными накладками, лето, без литья, повторитель, без ключевого доступа нету. По бокам идет обвес, а задние стопори, когда Restyle вот здесь, они идут диодные, ну, как бы там много рассказывать, да, чем они отличаются. Отличие, в принципе, небольшое. Ну и опять же, 4WD, да, смотрите, состояние автомобиля по низу для автомобиля 4WD. Итак, 14 год, 4WD, 880 тысяч стоит вот этот вот автомобиль. Рядом стоит Nissan X-Trail, белый перламутровый цвет, 12 год, 2-литровый мотор. Ну, как бы есть 2,5, да, но их очень мало. С Японии их не везут, 985 тысяч рублей. Тоже рестайл, фары, линзы, туманки. Вот здесь идет хромированная накладка. Давайте посмотрим по низу. Здесь попереду с вами залезем. Что мы там видим? Поддоны целые, ничего не течет, ржавчины нету. Так, он на литье, на зимней резине, на новой зимней резине. Обратите внимание, именно новая зимняя резина. И она стоит не китайская, да, а хорошая японская зимняя резина. Здесь у нас хромированные накладки. Автомобиль на климат-контроле. Есть на крутилочках, тоже он закрытый, подогревы. Сзади спойлер. Ну, шикарный автомобиль, да, вот именно в своем классе за кроссовер до 1 000 000 рублей.
Напротив X-Trail стоит у нас Estima, гибридная версия, 2013 год, двигатель 2.4, 4 ВД, расход 7 литров на 100 километров, 1 460 000 рублей. Тоже, ну это уже, это вот знаете, и как минивэн идет, да, как минивэн, и как уже микроавтобус. Так, тоже машина закрыта, не знаю, почему-то все закрыты, надо посмотреть. Ну, скорее всего, это чехлы, хотя, может быть, это и сиденья идут кожаные. Но Steam на авторынке зеленый угол, их как-то вот не так много, видимо, не знаю, почему их не везут. Вроде как везут, а вроде как их мало. Объем двигателя, да, при растаможке кусается, рядом стоит ног, тоже полноценный микроавтобус, боковые двери сдвижные, есть автомобили. 4 ВД, есть передний привод, есть гибриды. Гибриды идут с мотором 1.8, негибридные версии с 2-литровым мотором. Короче, аукцион 4 балла, 8 мест, 1 110 000 стоит вот такой вот замечательный автомобиль. Следующий стоит новых, 13 год, 2-литровый, 4 ВД, 1 160 000 он стоит. Стоит Делика, но цены на Делике, цена на Делике не указана, поэтому просто полюбуйтесь состоянием автомобиля, не состоянием, а то, что они есть в наличии. Ладно, идем дальше, ищем цены. Давайте захватим немного малюток. Daihatsu Mira ES 0.7, объем двигателя на литье, на летней резине, цена не написана. Рядом стоит Suzuki Alto 2015 год, 260 000 рублей. Это самый дешевый кейкар, один из самых дешевых кейкаров. Он без литых дисков, на штатных колпаках, на летней резине, даже есть ветровики. О, машина даже открыта у нас, посмотрите, салон, руль обычный, обычный пластиковый, климат-контроль, все на крутилочках, корректор фар и передние стекла открываются у нас на веслах. Вот такой вот автомобиль. Мы его закроем. А сзади он закрытый. Ну, Alto, конечно, по кузову Alto изменилась, да, грузоподъемность 200 килограмм. Далее за Alto стоит у нас Nissan Days в черном цвете, комплектация Highway Star, датчик при столкновении, 15 год, 4 ВД, 375 000 рублей. Стоит вот такой вот Days. За этим Days стоит еще один Days, но он стоит уже 385 000 рублей. Honda One 2015 год, турбованная версия, 340 000 рублей. Вот эти вот ваны, да, они появились на рынке, вообще их начали привозить в Россию не так давно, видите, комплектация премиум. Ну и как-то вот народ еще не раскусил эти автомобили. А так, на самом деле, автомобиль вот именно One, он неплохой. Рядом стоит Honda Fit Shuttle, не путайте именно с шаттлом, 12 год, 1.3 на зимней резине, гибридная версия, стоит автомобиль 535 000 рублей. Mazda CX-3 2016 год, 4 ВД, 985 000. Рядом с Mazda стоит Suzuki Solio 15 год, 465 000 рублей. Но вот Solio — это не кей-кар, да, ну и в то же время как это полноценный автомобиль, да, но он, наверное, чуть побольше, чем кейкар, назовем это так. Но тем не менее, автомобили, вот особенно Solio, вот D2, они пользуются большим спросом. Toyota Corolla Axio уже в рестайле, автомобиль 2016 год, есть 1.3, 4 балла, аукцион, 6 аэрбэгов, 660 000 рублей. Стоит автомобиль, есть гибридные версии. Nissan Note в красном цвете, 555 000, датчик при столкновении, естественно, это уже идет рестайл, фары идут линзованные, посмотрите, установлены туманки, установлены сонары, ярко-красный цвет, 14 год, Dick S, это турбо, 555 000 рублей, аукцион, статистика, есть Dick S, это турбо, да, есть двигателя не турбовые. Так, Toyota Harrier, 14 год, цены нету, снимать не будем. Далее, значит, идет Honda Freed Spike, еще один самый популярный автомобиль, 650 000, туманок нету, гибридная версия на летней резине, на литье, в обвесах, видите, 650 000 рублей, статистика, 2012 год. Автомобильчик у нас закрытый. Toyota Corolla Axio, белый перламутровый цвет, сзади тонировочки у нас нету, да, вот, допустим, смотрите, стоит филдер, да, тонировочки, то это не тонировочки, это защита от ультрафиолета, и на Axio такого нету. 4 ВД, сразу заглядываем под низ, смотрим,
Смотрим, что мы там видим. Видим ржавчину? Нет, в принципе, друзья, ржавчины здесь нету. Но опять же, да, то есть что такое ржавчина? Если мы будем придираться, то есть в любом случае какой-то мелкий рыжий налет мы там увидим. Итак, значит, тоже рестайл, 15-й год, 1,5 литра, 4 ВД, 677 тысяч рублей стоит вот такая Toyota Corolla Axio Fielder 715. Опа, Axio у нас открыто. Ну, давайте посмотрим. Дверная карта, пластик, автоматические электростеклоподъемники, такой светло-серый салончик, не салончик, да, светло-серая сидушка. Руль у нас идет простой, обычный вариатор. Ручник, прикуриватель, отключение антибукса. Здесь два подстаканника. Блин, замерз, давайте погреемся. Немножко посидим, еще бы завести автомобиль. Да вот ключа здесь нету. Что вам тут показать? Вот здесь у нас бардачок идет. Накидочки вот такие беленькие, видите. Axio фирменные накидки. С Японии пришли ручка. Держалка. Солнцезащитный козырек. Зеркала нету. Здесь тоже зеркала нету, но... Axio, да, кстати, вот аэрбэги вот здесь есть. Axio относится, наверное, к таким, как вам сказать, к народным автомобилям, да, в салоне у него, конечно, у Axio Fielder попроще. Если взять, допустим, вот премиаху, да, Allion, который стоит перед нами, там уже как-то, наворотов будет больше. Давайте посмотрим, наверное, вам мало седанов, да, показываем, то есть пишите в комментариях. Мало седанов показываем или хватает? В основном, что там, хэтчбеки, универсалы. Давайте посмотрим на объем багажника. Ну, багажник большой, что я могу сказать? Видите, тут распродажа знаков. Привет. Не помню, под низ на Axio заглядывал? Да, заглядывали, машина по низу не ржавая. Ладно, стоит Fielder, тоже рестайл, белый перламутровый цвет, даже два Fielder стоит. Вот гибрид, вот это у нас стоит не гибрид. Оба стоят без литья. Итак, вот этот Fielder полторашечный, стоит он 715 тысяч рублей. А гибридная версия автомобиля стоит 795 тысяч рублей. Ну, как видите, да, гибриды у нас идут подороже, зато реально огромная, друзья, экономия топлива идет в гибридных версиях автомобилей. Ребят, вот многие спрашивают, да, там по части, ну как вам сказать, автомобилей, которых нет на сайте drom.ru. Да, практически все автомобили, они есть на сайте drom.ru, но вот попадаются такие автомобили, как, допустим, вот этот, это Honda Insight, он пришел недавно, он уже стоит, продается, 12-й год, 1,5 литра, стоит он 650 тысяч рублей, но на дром объявление еще не давали. Итак, автомобиль на литье, на родном, на хондовском, с модными колодками Brembo, на летней резине, она еще идет с пупырышками, повторители, обвесы, темно-серый цвет, здрасте, бесключевой доступ, но клемма на автомобиле скинута, поэтому откроем его с ключа. Дверная карта, пластик мягенький, здесь идет тканевая вставка, здесь что-то под мрамор сделано, вот такие светленькие ручки, блокировка дверей, 4 электрических стеклоподъемника, здесь идет кармашек, подстаканник, а сиденья у нас идут с кожаными вставками, идет кожаный руль, отключение антибукса, регулировка зеркал, управление, значит, музыкой, круиз-контроль, управление меню, можно подключить телефон, да, через Bluetooth. Вот такого плана спидометр. Ну, заводить машину мы не будем, потому что геморройно это делать на морозе. Не хочу открывать капот, лезть сюда, у нас еще куча машин на осмотре. Замерзнем. Вот, по месту, ну, мне кажется, места маловато, вот именно расстояние от моей головы, да, до потолка. А так, в принципе, место в автомобиле довольно-таки неплохо. Климат-контроль. Здесь вот такой вот бардачочек открывается, ручник, где положено. Здесь тоже небольшой бардачок. Оплеточка, да, на селекторе переключения передач, она тоже кожаная. Здесь два подстаканника, и вон там спрятался еще один бардачок. Это не берет... А, нет, хотел сказать, это пепельница. Нет, ребят, это не пепельница. Вот, итак, автомобиль. Сейчас мы закроем его. Закрыли. Автомобиль Honda Insight 2012 год. Стоит такой замечательный автомобиль 650 тысяч рублей. И это у нас идет гибридная версия автомобиля. Давайте еще посмотрим вот такой вот замечательный автомобиль. Это Nissan NV 2014 год. Моторы 1.6, премиум комплектация 685 тысяч рублей. По низу идет хромированная накладка.
туманки, фары обычные, значит, в крыле дополнительный поворотник, да, и вот тоже такая вот идет накладочка. Уши, зеркала заднего вида и ручки, они идут не в цвет кузова, да, они идут просто черные. Кстати, бесключевой доступ на автомобиле. NV200 Vanette. Премиум Jinx. Грузоподъемность 600 килограмм. Не знаю, дали ключи. Сейчас посмотрим. Ну, видимо, тоже батарейка севшая. А может просто, да нет, клемма не должна быть скинута. Так, давайте присядем, попробуем завести. Нет, батарейка не севшая. Все, автомобиль завелся, да, сейчас вот здесь посидим пару минут, немного погреемся. Ну, опять же, да, тут с премиум комплектацией идут другие сиденья, сзади идет другое сиденье, оно идет мягенькое. Вот, и так, в принципе, ну, особо таких больших различий нету, да, в этом автомобиле. Ребят, вот эти вот автомобили, NV200, Bong, это вообще отдельная тема. С нового года поднимается утилизбор, там, я не знаю, на сумасшедшие проценты, на 100%. Поэтому ждите подорожания. То есть, вот эти автомобили, они реально подорожают. Ну, будет очень дорого. Ладно, руль идет обычный, пластиковый, кнопка ГЛОНАСС установлена, регулировка зеркал, корректор фар, подстаканник, здесь идут дуйки, пробег указан 108 тысяч, мультимедиа система, включалки, крутилки, дверная карта, идет пластик, здесь идет два подстаканника, ну и вот такая вот площадка, да, не знаю для чего она, что сюда можно положить. Вот это вот так называемый бардачок без крышки, да, но он сделан под уклоном, поэтому при езде оттуда всякие документы, бумаги, они вылетать не будут. Здесь у нас идет, что у нас здесь идет? Здесь у нас идет пепельница, здесь у нас ничего нету. Автомат, давайте посмотрим. Ладно, автомобиль глушим, давайте посмотрим второй ряд сидений на этом автомобиле. Так, ключик пока уберем. Ну, двери, как вы видите, идут сдвижные, да, боковые. Здесь форточка, и там у нас идет форточка. Естественно, вот эта сидушка складывается, и она еще складывается, спинка складывается по отдельности. Так, ну, наверное, залазить я туда не буду. В принципе, места здесь более-менее чем достаточно. Лучше посмотрим объем багажного отделения на данном автомобиле. Вот она, вот стоит Bong, да? Bong, кстати, вот сколько она стоит, эта Bong? Так, 13-й год, мотор 1.8, 4 воды, 5 дверей, система ГЛОНАСС установлена, 630 тысяч стоит эта Bong. Вот эти Bong Nissan, они подорожают. Есть с высокой крышей, есть с низкой крышей, есть с форточками, есть без форточек. Ладно, мы сейчас смотрим премиум GX Nissan NV. Вот, пожалуйста, багажное отделение. Шумоизоляции здесь, можно сказать, никакой нету. Здесь идет все металл, как вы видите. Ну, и вот это вот, друзья, да, вот то, что вкоцан, да, салон, автомобиль, ну, я не знаю, мы их называем рабочие автомобили, да, рабочие лошадки, потому что они берутся действительно куда-то, там, для какого-то бизнеса, постоянно эксплуатируются, то есть даже вот, видите, немного потерто. При большом желании, конечно, это все можно устранить, поменять, зато мы видим истинное, скажем так, состояние автомобиля, да. Кстати, вот, посмотрите, да, вот пока вот я рассказываю вам, дверь открывается, то есть до двери я голову не достаю. Зато мы видим состояние автомобиля, в каком состоянии он пришел с Японии. То есть вот это все дело продавцы могли, я не знаю, закрасить, там, что-то подшпаклевать. Короче говоря, все это убрать. И сразу возникнет много вопросов. Зачем ты это делал? И так далее. Ладно. Значит, NV, премиум, GX, передний привод. Автомобили 4 воды есть, но это свежих годов. На вторинке у нас еще таких нету. 14 год, 1.6, 685 тысяч. Nissan Clipper, такой микровэн, комплектация хорошая, уже вижу. Кстати, идет автомат пятиступенчатый, это тоже немаловажно. 4 ВД, 325 тысяч рублей. СТБА, это датчик, камера предстолкновения, он без литья, на летней резине, бензобак у него вот в этом месте спрятан. Идут ветровики, идут защита от ультрафиолета. NV100 Clipper, грузоподъемность 350 килограмм. Запаска автомобиля есть, она крепится снизу. Итак, давайте его откроем. С
сиденья вот такого плана, да, салон комбинированный, белый и темно-коричневые сиденья. Здесь идет ковровое, не ковровое покрытие, а резиновое покрытие. Это, друзья, идет родное. Давайте в него сядем. Значит, установлен какой-то мониторчик. Сейчас мы попробуем завести наш замечательный автомобиль. Включили пробег 128. Автомобиль у нас завелся. Вот такая вот модная какая-то идет подсветка. Японец придумал. Итак, смотрите, ребята, здесь идет регистратор 1, регистратор 2. Это японец устанавливал сам. Так, как бы мне до магнитофона добраться? Не знаю, сделать потише. Короче, ладно, делать не буду. И сзади где-то у него еще один регистратор должен быть установлен. Также вот смотрите, установил он вот такой фонарь. Не знаю, для чего это нужно, но для чего-то он это сделал. Значит, по месту в автомобиле, ну, как вам сказать, то есть я головой там об крышу не бьюсь, да? Если посадить сюда пассажира, еще одну замечательную штуку я нашел, увидел, сейчас я вам покажу, то в принципе нам тесно нам не будет. Вот, вот еще какая-то штука стоит, похожая на часы. По-моему, вы знаете, в каком-то видео, в каком-то автобусе мы это уже видели. Вот, короче говоря, давайте напишите в комментариях, что это такое. Давайте посмотрим. Тумблер какой-то стоит, 4 ВД, вот он, видите, датчик при столкновении отключается. Ай, током бьется, чуть не убило меня током. Багажное отделение, хотел сказать, блин, на морозе уже не знаю, слова у меня просто путаются. Лампа вот такая здесь стоит, сзади у нас идут весла, крутилки, сидушка у нас складывается. Камера заднего вида, смотрите, куда ее спрятали, упаковали. Ну, собственно, вот оно, само багажное отделение. Также, да, вот шумки нету, оно немного покосно, но при желании все это можно привести в порядок. И вот сзади не указал еще, да, то, что есть шторочка, перегородочка, можно отделиться, я не знаю, от задних пассажиров, да, как в лимузине. Плохо, что она не выезжает. Итак, НВ, клипер. 115 год, 4 ВД, автомат 5-ступенчатый, 325 тысяч. Honda N-Wagon, NVGN в комплектации Custom, ярко такой насыщенный зеленый цвет, максимальная комплектация на зимней резине с туманками, фары линзовые, автомобиль 2018 года выпуска, стоимостью 550 тысяч рублей. Но автомобиль, к сожалению, закрыт. Представляете, 2018 год, друзья, автомобиль. Практически новая машина за 550 тысяч рублей. Ладно, что у нас здесь еще интересного стоит? Стоит две Subaru XV, 2013 год. Моторы все двухлитровые, 1 055 000. Но вот эта комплектация, она идет попроще. И стоит тоже 2013 год, 4 ВД, 1 075 000 рублей. То есть в данных автомобилях, да, фишка такая, это система ISI, вот они, ну, кто ISI называют, кто STBI, да, системы. Японцы молодцы придумали, то есть это активный круиз-контроль, это датчики при столкновении, датчики слежения за полосою. Кстати, установлены омыватели фар. Рядом стоит у нас Nissan Sirena, 14 год, двухлитровый мотор, они все двухлитровые, 4 ВД, есть передний привод, есть гибридные версии автомобиля, 1 065 000 рублей стоит вот такой вот автомобиль. Следующий — это Nissan La Fiesta, 4 ВД, 7-местный автомобиль. Не знаю почему, ребят, ну не прижились у нас вот эти вот автомобили, хотя автомобиль довольно таки интересный, комфортный, 820 тысяч он стоит. Ну вот мало их. Ну, почему так? Я, к сожалению, не знаю. Так, ладно, что у нас еще есть на этой стоянке интересного, что можно поснимать? Наверное, пойдем дальше. Еще какие-нибудь машинки пооткрываем. Друзья, Toyota BB. Вот очень много людей просило ее снять. Сейчас немного залезем, откроем, полазим по ней. Так, автомобиль 2015, почему-то 14 написано. 645, да, на 100? 15 год, это не 415. 15 год, поправочка, 645 тысяч рублей. Откройте, пожалуйста, ее. Да, открою. Можно ключик еще? Да, пожалуйста. Завел ее. Да, только подержи, чтобы она это самое. Хорошо, хорошо. Значит, туманочки, вот какая-то японская.
Не работает, да? Нет, там что-то... Короче говоря, это не отсюда. Автомобиль идет на литье, на зимней резине. Вот продавец подсказывает, резина 18 года, да? Давайте проверим, посмотрим. Да, действительно, резина 18 года. По бокам идет по низу обвес, а накладочки, ну вот знак идет BB. Ручки идут хромированные, ветровики, сзади дворник. Тоже хром идет, накладка, хром-накладка. Вот такого вот плана глушитель. Короче говоря, модный автомобиль. Вот, пожалуйста, состояние по низу. Автомобиль нам открыли. Давайте, наверное, начнем с багажного отделения. Походу, нам его не открыли. Не знаю, сейчас посмотрим. Так, открыть. Вот теперь автомобиль у нас открытый. Итак, багажное отделение. Вот, пожалуйста, два колеса, пакет сюда влезло. Здесь, о, автомобиль у нас еще модный, здесь колоночка, но я вам сейчас покажу. Ладно, раз здесь немножко навалено, не будем вдаваться в подробности. Давайте начнем с салона, со второго ряда сидений. Дверная карта, тканевая вставка. Здесь вот перфорация, да, какой-то пластик идет, электростеклоподъемник, небольшой подстаканник, колонка, сиденье у нас, здесь идет кожа, здесь идет тряпка, ну и также идет вот здесь кожа. Итак, далее, значит, здесь у нас идет колонка, вот это, ребят, ну я не знаю, что это такое, может, какая-нибудь пищалочка, ой, а может, какая-то дуечка, пишите тоже в комментариях, что это у нас такое. Ну, передняя дверная карта тоже самое идет, здесь тоже самое, сабвуфер, управление музыкой, и, наверное, я думаю, будет поинтереснее, если мы с вами сядем за руль, да, со стороны водителя. Заодно давайте автомобиль с вами заведем. Так, значит, переднее сиденье имеет регулировка. Высота вперед-назад, спинка у нас откидывается. Идет кожаный руль. Автомобиль заводится с ключа. Заведется или не заведется? Ну-ка, заводим. Завелся. Автомобиль без проблем. Итак, сейчас немного подрегулирую, да? Сейчас камеру выключу. Итак, значит, место я немного отрегулировал. Да, места много. Крыша, потолок высокий, тереться друг с другом мы не будем. Значит, управление магнитолой, музыкой, всевозможными функциями, бардачок, климат-контроль, музыка. Ну, в принципе, неплохое звучание, да, плюс еще можно отрегулировать, там басики себе поднастроить, подогрев дворников, отключение антибукса, ТРК, пищалка, дуйки, колонка встроена, подсветка работает, подсветка у нас крутится во всевозможных положениях. Кстати, потолок идет темный, зеркало заднего вида. Ну, как бы да, можно использовать его как зеркало заднего вида, только вот когда в него смотришь, надо куда-то свою голову прятать. Лобовое стекло, наклон, знаете, как у кубиков, там практически 90 градусов. Так, наверное, надо потише сделать. Имеется выход на магнитофоне AUX, пищалочка здесь. Аукцион какой-то лежит. Аукцион www. 57 тысяч пробег, 4,5 балла. Ну, ребята, аукционнички нужно, конечно, проверять. Не знаю, что вам еще добавить. В этом автомобиле здесь тоже какой-то, вот видите, выход идет AUX. Здесь у нас, я так понимаю, это подстаканники, сейчас мы их достанем, видите, подсветочка идет. Здесь бардачок, не пепельница, подстаканник, вот подсветка. И еще один подстаканничек тоже идет. Итак, 645 тысяч рублей за вот такой вот чудо автомобиль. Их мало на рынке, мало закрыли, но они, знаете, они пользуются спросом, вот эти вот автомобили. Nissan Note в черном цвете, комплектация идет у нас Rider на летней резине, он идет на литье, фары у него идут, смотрите, какие замечательные, красивые фары, линзованные, по низу идет хром-накладка, кстати, литые диски Outage, да, они тоже идут под хром, рестайл, поворотники, у рестайлов идет другой бампер, другая решетка, да, но это идет Rider, это понятно, по бокам идут обвесы, бесключевой доступ, сзади установлен спойлер, метла, видите, Rider Outage, Note. Nissan Note, объем багажного отделения чисто, аккуратно. Ой, так, руки замерзли. Ремкомплект, запаски в автомобиле нет. Ну, здесь еще предусмотрено крепление полочки. Задние сиденья у нас складываются. Так, вот таким вот образом багажное отделение у нас увеличивается. И чем удобно, то, что задние спинки сидений у нас складываются
Ой, ребят, я уже на морозе говорю, замерз. Короче говоря, сиденье идет не сплошное, да, а поодиночке можно сложить. Но ровного пола нету. Кстати, на данный момент вот ищем, ходим, выбираем Nissan Note. Значит, мультироля нету, но автомобиль идет на климат-контроле, датчики, предстолкновения, движение по полосам, сидушки вот такие вот интересного плана. Климат-контроль. Видите, 4 ВД включается с кнопки. Но здесь стоит электромотор на привод, да, на 4 ВД. Итак, 15-й год, райдер комплектация 515 тысяч рублей. Рядом стоит Toyota Aqua, 15-й год, 639 тысяч рублей. 2015 год, ноябрь, гибридная версия. Они все идут гибридной версии. Не гибридных автомобилей таких нету. Автомобиль закрытый. Хром накладки, это уже, как видите, это уже идет рестайл. Гибрид, аукцион. У этого автомобиля 4 балла. Давайте, наверное, еще возьмем Suzuki Hustler. Hustler белого цвета, фендера вот такие, в черный цвет окрашены. Родное сузуковское ЕОшное литье, летняя резина. Сзади стопарики, вот такие вот диодненькие. Айстоп метла. Ветровики есть. О, машина у нас тоже открыта. Ну, здесь уже для нас все приготовили, да. То есть сзади у нас идет пластик, сидушки на спинке раскладываются по отдельности. Ну, как бы трансформация салона идет, да, всевозможное. Места, поверьте, в автомобиле очень много. Автомобиль идет у нас с вами на климат-контроле. Переднее сиденье идет диваном. Здесь, я думаю, даже можно посидеть. Давайте сядем. Спидометр вот такого крупного плана. На спидометре у нас 140 километров. Климат-контроль, японская мультимедиа система. 499 тысяч стоит вот такой вот замечательный Suzuki Hustler. Передняя часть автомобиля. Берем еще с вами Toyota Corolla Fielder, не гибрид, синий цвет, 755 тысяч стоит автомобиль. И возьмем с вами Honda Shuttle. Друзья, вы постоянно путаете. Вот есть Honda Fit Shuttle, а есть Shuttle. Так вот это стоит именно Shuttle, без приставки Fit. Есть гибрид 4 ВД, есть просто передний привод. Это у нас гибрид, не 4 ВД, стоимостью 785 тысяч рублей. Аукционный лист лежит, пробег 86, по кузову там какие-то А3, может, были какие-то небольшие царапинки. Короче говоря, нужно смотреть, проверять обязательно. Давайте посмотрим еще кроссовер, полноценный кроссовер Subaru Forester. Значит, туманки, омыватели фар, система EyeSight, да, это датчики при столкновении, всевозможные функции, литье, автомобиль. Турбо XT комплектация 1 295 000 стоит турбовый Forester. 280 лошадиных сил идет на этих автомобилях. Состояние по низу автомобиля. Итак, рядом стоит Toyota Passa, такая молочного цвета, на летней резине, резина Dunlop, без литья, автомобиль 2015 года, туманок нету, переднее сиденье не диваном, просто две сидушки идет, 399 тысяч рублей, объем мотора 1 литр. Toyota Wish 2011 год, на неплохом литье, с туманочками, белый перламутровый цвет, S-комплектация, мотор 1.8, стоимостью 780 тысяч рублей. Еще один Wish 2010 года, 770 тысяч рублей стоит вот такой вот замечательный Wish в моделиста. Toyota Spade 15 год, 1.5 литра, G-комплектация, 575 тысяч стоит автомобиль. Ладно, дальше возьмем, наверное, фита, фит, линзы, туманки, 15-й год, 4 ВД, стоимостью 650 тысяч рублей. Honda Stream, 785 тысяч рублей, 2012 год, Toyota Aqua в ярко-красном цвете, G-комплектация, 615 тысяч рублей. Prius, 20-й кузов, G-Touring, 1.5 литра, тоже полноценный гибрид, 615 тысяч рублей. Toyota Rush, это не Toyota, это Daihatsu Bingo, 11-й год, 4 ВД, 840 тысяч рублей. Fielder в оранжевом цвете, 15-й год, S-комплектация, внимание, мотор 1.8, рестайл 935 тысяч рублей. Вот по ряду прошли. Сейчас покажу вам задние части
автомобили Fielder, конечно, смотрятся шикарно. Corolla Fielder, Esco, плюс еще и 1.8. Toyota Rush Bigo. Rush Bigo — это полностью одинаковые автомобили. Prius 20, ну, как сказать, надежный друг, неприхотливый. Toyota Aqua тоже надежная подруга, тоже неприхотливая. Honda Stream, таких автомобилей мало. Тоже почему-то не особо их как-то везут. Ну, естественно, это Honda Fit, это самый, наверное, популярный, не самый популярный, а это один из самых популярных автомобилей. Вот еще стоит Spade, там Spade стоит в красном цвете, это Spade стоит в черном цвете. Spade, Porte, в принципе, практически одинаковые автомобили, немного по задней части отличаются и по морде, по салону, все один в один. Этот Spade 16 год, 4 ВД, 645 тысяч рублей. Nissan Note, темно-серый цвет, без туманок, 16 год, 1.3, ну, не 1.3, он 1.2 идет, 505 тысяч рублей. Prius 30 кузов, тоже такие легендарные автомобили. У нас, наверное, полгорода ездит на Приусах, на Аквах, на Альфах. Вот, надежный, неприхотливый автомобиль с минимальным расходом топлива. 14 год, моторы все идут 1.8 за 870 тысяч. Друзья, ну, показали вам сегодня довольно-таки много автомобилей. Вот, на сегодня, наверное, все. Ну, еще раз напомню, подписывайтесь на наш канал «Автоподбор 25». Всем пока!